В Славянске все также неспокойно. Представители миссии ОБСЕ долго не могли попасть в город и оценить ситуацию. А их коллеги сегодня встречались с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины. Андрей Дещица заявил, Украина единственная, кто выполняет условия Женевского договора. Поэтому он удивлен реакцией Лаврова. А глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пообещал помочь украинскому правительству урегулировать сложившуюся ситуацию. Ми обурені тим, що в Слов'янську захоплюють журналістів і вимагаємо негайного їх звільнення. Я також здивований тим, що міністр Лавров інформує про те, що він не знає, що робить українська сторона по імплементації Женевських домовленостей. Информация по захвату в Славянске есть недопустимой и ведет к эскалации ситуации. Мы призываем к немедленному освобождению всех задержанных. Как сообщил подробностям по телефону глава пресс-офиса специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ в Украине Майкл Батюркин, после длительных переговоров наблюдателей все же пустили в Славянск. Передвигаются они по городу на собственном транспорте и без охраны, а к вечеру стало известно, что они уже встретились с мэром Славянска, правда, каким именно, народным или Нелли Штепой, не уточняется.